Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюс» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Казанский федеральный технический университет Дрездена запускает новую программу. 7 лицеистов представят КФУ на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Иннополисе. В Казани состоялся киберспортивный фестиваль TNA. Институт психологии и образования КФУ обучит педагогов-специалистов немецкого языка совместно с Техническим университетом Дрездена. Как пройдет процесс обучения, есть ли бюджетные места, на эти и другие вопросы ответит Аделя Шамилова. Министерство образования и науки Российской Федерации выделило для Казанского федерального университета бюджетные места на обучение в новой магистратуре по направлению педагогическое образование, которое реализуется совместно с Техническим университетом Дрездена. Магистратура позволит проводить педагогические эксперименты совместно с германскими коллегами. Уже с 1 сентября молодые специалисты пройдут обучение в инновационной образовательной среде с учетом передовых технологий. Вот программу, которую мы начинаем с 1 сентября текущего года, она действительно по-своему уникальна, поскольку представляет собой первую подобного рода программу в исследовании в сфере образования. У нас уже есть 16 магистрских программ, это 17-я магистрская программа. Если предыдущие 16, они в большей степени связаны с предметным образованием, подготовкой педагогических кадров, безусловно, мы в них делаем акцент на исследовательских компетенциях, то вот эта программа, о которой мы с вами говорим, она ориентирована как раз на подготовку исследователей в сфере образования, причем не просто изучающих российскую реальность, а способных к компаративным, сравнительным исследованиям. Магистерская программа направлена на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных преподавателей немецкого языка, педагогов-исследователей, способных к осуществлению педагогической и научной деятельности с учетом лучших наработок российских и германских педагогов. Одним из требований для студентов, обучающихся по программе, является знание немецкого языка, потому что часть курсов, вероятно, будет осуществляться на территории Дрезденского университета. Ну, в целом, некоторые, значит, предметы, модули будут читаться на немецком языке, в том числе приглашенными из Дрездена профессорами. Налаженная линия академической мобильности Института психологии и образования КФУ и Технического университета Дрездена позволит отправлять магистрантов на стажировку в Германию с выделением стипендии. Закончив данную программу, выпускники магистратуры смогут трудоустроиться учителями в гимназиях, лицеях с углубленным изучением немецкого языка, а также стать научными сотрудниками в научно-образовательных центрах и лабораториях, преподавателями в высших учебных заведениях и организациях дополнительного профессионального образования. Аделя Шамилова, Универ Ньюс. 33 юных татарстанских робототехника поборются за медали на Всероссийской робототехнической олимпиаде. 7 из них представляют IT-лицей Казанского федерального университета. Всероссийская робототехническая олимпиада пройдет в университете Иннополиса с 22 по 24 июня. Подробности далее. Логические задачи и сложные уравнения этим ребятам по зубам. Они создают инновации. Через несколько дней в Казани пройдет Всероссийская олимпиада робототехники, где 7 школьников из IT-лицея Казанского федерального университета продемонстрируют свои способности. Один из них – Ильдан. Волнение перед олимпиадой присутствует, признается участник, но больше одолевает азарт выиграть. Сейчас он совершенствует свою новую разработку. Сейчас я разрабатываю новую версию манипулятора, который должен сортировать цветные контейнеры или шарики в соответствии с цветной маркировкой. Ребята летом каждый день ходят в кружок и посвящают свое свободное время любимому занятию. Шансы на победу высокие, делится наставник Ильдар Латыпов. Ведь такому упорству может позавидовать каждый. Именно робототехника, она азартная считается, то есть это спортивные соревнования. И как и в жизни приходится сталкиваться с различными трудностями при проектировании робота, при создании программ. И ребята, как гвардейцы, не отступают ни перед какими трудностями, и мне кажется, это в жизни им очень сильно пригодится. Уже 22 июня в университете Иннополис соберутся 600 молодых робототехников. Им предстоит пройти различные конкурсы, тесты, представить свои проекты и прослушать увлекательные мастер-классы. Ефремова Анастасия, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В Казани прошел киберспортивный фестиваль «Татнефть-арены». Чем запомнилось это событие, вы узнаете в следующем сюжете.
С 18 по 19 июня в Татнефть-арене проходил киберспортивный фестиваль. Основным событием фестиваля стали соревнования по популярным компьютерным играм Counter-Strike и Dota 2. Призовой фонд для участников соревнований составил 200 тысяч рублей. Мне кажется, успехи большие у таких мероприятий. То есть, я думаю, в дальнейшем все будет на очень высоком и крутом уровне. И я думаю, это достаточно хорошая мотивация для молодых игроков, чтобы играть, посвящать себя этой игре. Помимо соревнований гостей мероприятия ожидал косплей-фестиваль, участники которого переодевались в персонажей компьютерных игр, сериалов и фильмов. Это интересное занятие, помогает раскрывать свои актерские навыки, кому-то навыки прикладного как бы дела, то есть крафт различных вооружений, как бы оружия, брони. Для участников киберспортивного фестиваля также реализованы гик-ярмарка с товарами на тематику компьютерных игр и кино, зоны виртуальной реальности, фотозоны и различные конкурсы. Артем Тупичкин, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Провести лето не только весело, но еще и с пользой можно в Елабужском институте Казанского федерального университета. Именно там началась смена лагеря Intel Лето. О том, что нового узнали ребята за эти дни, смотри в сюжете. В Елабужском институте КФУ началась смена интеллектуально-оздоровительного лагеря Intel Лето. Ее участниками стали 130 ребят из Елабуги, Набережных Челнов, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Торжественное открытие смены состоялось 15 июня. На площади перед институтом ребята и вожатые устроили целое представление, веселые танцы и песни, забавные сценки. Тематика смены – космические приключения, то есть наш экипаж Intel Лето отправляется в космические приключения. Я надеюсь, что эти приключения детям понравятся и останутся в памяти. Каждый выбирает занятия себе по душе. Кто-то изучает робототехнику, математику, другие – физику, дизайн, краеведение. Мы проходим практику первый раз, и это огромный опыт для нас – работать с детьми, помогать им делать разные поделки руками. День интеллетовцев расписан по минутам. Кроме уроков, они посещают интересные мастер-классы, участвуют в творческих конкурсах и спортивных играх. Я хожу уже сюда не первый год. Каждый год что-то новое. Например, в этом году я научилась собирать полностью кубик Рубика, а то раньше собирала только одну сторону. Еще мы ходили в музей, я узнал про династию Стакеевых, а еще здесь вкусно кормят. Смена закончится 1 июля. У ребят еще много впереди научных открытий и творческих побед. Анна Глазунова, Влада Гильмулина, Денис Сипайлов, Универньюз. 20-летний рэпер Jussie Duane on Froy, более известный как XXXTentacion, убит в Майами. Днем 18 июня музыкант был обнаружен без сознания в своей машине у автосалона Riva Motorsports. По данным полиции, он Фрой стал жертвой вооруженного ограбления. Подробности далее. В американском штате Флорида неизвестный застрелил рэп-исполнителя Jussie Duane on Froy, известного под псевдонимом XXXTentacion. Об этом сообщает ТМЗ со ссылкой на департамент шерифа округа Броуэрт. В соцсетях появились видео с места событий. На них видно, что артист сидит в водительском кресле автомобиля и не подает признаков жизни. В правоохранительных органах заявили, что нападение на артиста совершили двое чернокожих мужчин в капюшонах. У стрелявшего на лице была красная маска. Подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле Dodge Journey. Черного цвета украв у убитого сумку Louis Vuitton. В прошлом году рэпер инсценировал собственную смерть. В соцсетях он опубликовал видео, где было видно, как он становится на табуретку и совершает самоубийство. Позже стало ясно, что это был фрагмент клипа «Look at me». Артист родился в 1998 году в городе Plantation по Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продаже в США. Любить или не любить его музыку – дело ваше, но его влияние на современную культуру нельзя недооценивать. Без преувеличения хочу сказать, что X, он был голосом поколений, наверное, и это тот человек, песни которого реально слышались из каждого утюга, если можно попробовать так сказать. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!